Всем привет, дорогие друзья! Выехал я на рыбалку на один такой уютный маленький водоемчик. В планах сегодня будем ловить на поплавок. В общем, рыбка здесь на этом водоеме присутствует. Красноперка, плотва и немного карасика. В общем, будем стараться поймать карасика. Но в основном будем ловить красноперку. Здесь попадается такая хорошая красноперка по грамм 200-300. Даже с полкило были такие. В общем, будем начинать. Я раскладываюсь потихоньку и все это вам показываю. Сейчас сразу же заброшу одну поплавочную удочку. Пока. Она у меня заряжена, есть. А вторую надо делать, потому что я был на рыбалке. Вот, кстати, подсказка. Там я ловил на флетфидер. Я тоже пытался на поплавок, но я там зацепил за камыш и оторвал снасть. И так ее и не переделал. И сейчас буду сидеть вязать. Удочка у меня такая, 6-метровая маховая. Вот тут такая снасть. Такая снасть. В общем, раскладываю сейчас. И сразу забросим. Кстати, для тех, кто не знал, вот когда на удочке вот такая вот как ниточка, как привязать снасть. Здесь на конце снасти у меня такая вот самая обычная петелька. В общем, берем эту ниточку, продеваем петельку и привязываем обычным узелком. То есть эта ниточка, она очень легко развязывается. Вот в один раз, хоп, и все, снасть хорошо закреплена. Я уже сколько так ловлю. Правда, потом, если сильно она затянется, немножко тяжеловато ее развязать, но это самый быстрый и простой, наверное, способ крепления снасти. Все, зарядил. Сейчас заброшу. Вот. Ребят, я поймал первую рыбу. Смотрите, кого поймал. Пескарь Иваныч. Как же давно я его не видел, пескаря. Помню, мне было лет 8 или 6, тогда ловил пескаря. Ничего себе. Вот это нежданчик. Я одну удочку делаю, как бы, чтобы ловить в толще воды, а вторая будет на дне, чисто на карасика. В толще, потому что здесь красноперка есть очень хорошая, поэтому хочу на нее сделать акцент. Кстати, я уже собрал вторую снасть, сейчас буду ее заряжать и забрасывать. Опа! Смотрите, ребята. Попалась все-таки такая красноперочка. Небольшая. Видите? Будем брать всю рыбку, потом в конце выпустим. Вот, ребят, сейчас прикармливаю. Вот какой-то прикормкой у меня осталось. Ой, там поклевка идет. Смотрите, друзья, ничего себе, вот это да, я такой пескарь, чуть не утащил этот поплавок с червем. Вот видите, он за жабры зацепился. Вот пескарь. Я же подумал, что карасик. Такой пескарек. О, есть. Вот это вот уже получше немножко, ребята. Вот. Смотрите, какая красноперочка. Во. А ну-ка, фокусируйся, камера. Красивая, да? По наживке, ребят, у нас червячок красненький. Опарыш. Есть горох, но он здесь не понадобится. Здесь нету ни карпика. Нет, здесь ничего такого. Только есть хороший карась. Но на горох вряд ли сейчас будет ловиться. О, ребята, вот она. Вот она. Запутала удочки. Не знаю. Получился какой-то. Все запутало, блин.
Вот она и хорошая плотва. Вот такая вот плотва. Хорошенькая. Взяла первую. Отлично, ребят. Да тут уже радует. Оп. Ребят, смотрите. Оба. Смотрите, какая плотва. Только подошел, видите? Такая плотвичка хорошенькая. Вот такая вот красноперочка попалась. Красивая-то какая. GoPro, снимай видео. Вот такая вот плотвичка. Я думал, что камера выключена. Не, плотвичка радует, конечно, ребят. Ничего сказать не могу. Где же карасик? Где же он, наш дружок? У меня есть с собой флетфидер. Могу рядышком, он есть местечко. Или прям тут. Можно попробовать на флет. Я даже сигнализатор с собой взял. Смотрите, ребята, какая плотва. Уф, она шершавая. Она сейчас не рестится. Но уже без икры. Тоже самцы шершавые. Насколько я знаю. Так, ребят, я подошел к такому маленькому, так сказать, болотцу. И кидаю прям под камыш. И тут два клюет. Хорошая плотва, прям хорошая. Сейчас попробую вам заснять. Я только забрасываю. Оп! Эх, сейчас мимо было. Я ловлю сейчас как на поплопопер. Поставил 4 опарыша. Просто отлично клюет. Вот, только забросил. Там вот такая вот глубина. Очень маленькую я сделал, точнее. Там-то глубоко. Но плотва клюет практически под верхом. Оп, ребят, смотрите. Плывет на меня. Оба. Смотрите, какая плотва здоровенная. С икрой, кстати говоря. На 4 опарыша. Вот такая. Это уже третья. Как это? Как селедка какая-то. Надо кидать. Вот так, отлично. Интересно, будет ли поклевка сразу? Да, смотрите, опять такая же хорошая плотва.
Смотрите. Не, это чуть-чуть поменьше по сравнению с теми. Вот это прям маленькая. Все, ребята, я вернулся на прежнее место. Там немножко половил, поймал штук 6 вот таких здоровенных плотвиц. Вернулся. И сейчас буду продолжать ловить. В принципе, будем пробовать карасика. Уже должен брать под вечер. Я вот как раз удочки, а именно саму оснасточку и крючок, ну, грузик с крючком на дно положил. По идее, карасик должен брать, потому что я уже этой плотвы наловился с красноперкой. Не вижу смысла дальше толще ловить. Вот будем пробовать карасиков. В общем, ребят, у нас уже вечереет, рыбка потихоньку поклевывает. Время уже сейчас 7:30. И, в принципе, карасик так и не проклюнул пока что. Ну ничего, будем ждать. В принципе, время есть. Там у меня сейчас идет поклевка, но не важно. В общем, что я вас хотел попросить? Вот много людей вы смотрите без подписки. Вот по статистике вот у меня есть. Я смотрю, и больше половины смотрят без подписки. Так что я прошу вас. Если вы смотрите, вам, наверное, интересно, так нажмите кнопку подписаться, пожалуйста. Вам, в принципе, ничего сложного, мне приятно. О, здесь поклевка. Сейчас. Я что-то взял. Что-то очень хорошее. Запутал две удочки. Карась. Карась, очень хороший карась. Оба, есть, ребята, мы смогли. Мы смогли его поймать. Правда, он запутал мне удочки. Но вы посмотрите на этого кабана. Смотрите, вот это карась. Очень классный карась, согласитесь, ребята? Я в шоке. Клюнул на червячка с опарышем. Так аккуратно. Просто не могу, какая классная рыба. Ну вот как я и говорил, что я под вечер его поймаю. Смотрите, так и получилось. Так, сейчас я его отцеплю, покажу вам немножко поближе его. Вот такой вот, ребята, карасик нас порадовал. Смотрите, какой красивый. Прям болотины видно по нему. Мы это сделали, мы поймали карасик. Выполнили нашу миссию. Взял на вот такого вот червячка с опарышем резаного. Давайте, может, еще нам удача улыбнется. Попробуем еще поймать. Ребят, я очень рад, что получилось поймать карасика. Уже становится так прохладно. Пришлось одеть вот куртку, как видите. И все-таки карасик взял. Так что моя миссия удалась вполне. Хоть и одного, но я его поймал. Потому что здесь его очень мало. И обычно он такой небольшой. А тут такой хороший еще попался. Я прям очень рад. Ну все, давайте еще попробуем поймать кого-то. И да, сразу извиняюсь, тот, что ну, не снимаю поклевки, потому что... Но я не могу так увеличивать близко, чтобы снимать поклевки. У меня еще нету такой камеры. Как бы не накопил. Но ничего, скоро все будет, друзья. Давайте продолжать рыбалку. Есть. Ах, это красноперка. Жаль, не карасик, но тоже неплохой ловчик. Хорошая красноперка. Тоже запутала удочки. Ну что, сейчас мы распутаем. Такая красноперенка. Берем. Еще маленькая мы обязательно подпускаем. Все, последняя удочка уже достаю. Потому что надо ехать домой. Больше поклевок не было. После той красноперочки. Так что, собираюсь. Сейчас посмотрим, что наловили. Опа,
Вот тут плотва, красноперка, один карасик. Сейчас поотпускаем. Так, вот, ребят, отпускаем. Красноперочку. Такую мелкую. Еще одну плотвичку. Еще плыви. И вот гость нашей программы. Такой карась, ребят. Все, его мы забираем, и тут 6 плотвичек. Все, друзья, такая получилась рыбалка. Надеюсь, вам хоть немножко понравилось. А на этом у меня все. Обязательно пишите комментарии и подписывайтесь. А то вы смотрите и не подписывайтесь. Так что все, ребят, давайте. Всем удачи, всем здоровья, всего самого наилучшего и пока.